Арна Асатурова. О, такая красивая у вас фамилия Асатура. Шамка моя. Асатура, Шамка, Камая. Говинда намо. Карма моя. Видите, мантра есть такая. Асатурова. Итак, Андрей Андреевич, вижу постоянно одинаковые цифры на часах. 21, 21, 11, 11, 10, 10, 17, 17. И вот случается ссора с кем-нибудь после этого. Уже пробовала, когда вижу улыбаться и говорить, а мне вы нравитесь, не помогает. Подскажите, как избавиться от этого, и может, что-то мне нужно сделать, а я не понимаю, что именно спасибо. Понять здесь несложно, необходимо цифры между собой сложить. Если вы сложите между собой цифры, то они вам смогут понять, что же необходимо делать и на что обратить внимание. Итак, если у вас при складывании цифр получается цифра 1, и эти цифры попадаются, то вам необходимо обратить внимание на свое здоровье. Меньше есть, больше спать. Если цифра 2, то это говорит о том, что вам не нужно занимать деньги, а также это говорит о том, что нужно обратить внимание на то, что не отдавайте деньги никому, не платите в это время никому. А если цифра 3, пришло время обратить внимание на то, что вам нужно срочно сделать какое-то действие, но при этом это действие делать с большими усилиями. Если у вас четверка, то четверка говорит о том, что вы, скорее всего, будете конфликтовать с кем-то, с кем живете под одной крышей. А если 5 получается, а если 5, берегите деньги. А если 6, берегите свою семью. А если 7, то берегите от несчастных каких-то перемен, которые могут произойти с вашими близкими, мужем и детьми. А если 8, это говорит о том, что необходимо для семьи больше внимания и больше тепла, потому что переругаетесь из-за этого. А если 9? А если 9, нужно дать им больше любви и быть более самоотреченными по отношению к ним, больше рядом с ними находиться. А если 10? А 10 это 1. А если 0? Не бывает такого. Ну что, хотелось бы знать, что...